Всем привет, я сейчас на записи прямого эфира у Михаила Зеленского. И вот там... Саш, куда потом едем? Студия. Ну, сегодня мы поговорим о том, что меня используют на этой телерадиокомпании «Россия-1». И как психолог я буду делиться своими способностями. Они используют меня, но я использую их для того, чтобы они почувствовали себя лучше, потому что у них такой эксперт появился, как я. А затем я использовал их еще больше, чтобы они меня приглашали чаще. Всем пока.